кот не поднимает настроение, как Гогот 11. Ребят, трикратное ура, Аль Николаев! Уже все наши собрались. Буду встречать ее после спектакля. Мы готовы. Прямо за моей спиной в Доме культуры мира разворачивается трагедия. Террористы взяли в заложники всех, кто находился в ДК. Сейчас мои люди минируют здание! Заряды будут активированы в случае штурма! Нам срочно нужен передатчик. Если будете выполнять все условия, все останутся живыми. Какие у вас условия? Ждите. Откуда вы вообще взялись на нашу голову? Мразь! Я призываю вас к милосердию. Кто позволил говорить? Создатель? Ни один волос не упадет с головы без воли Аллаха. Так что и палец, нажимающий курок, нажимает его по воле Аллаха, а не моей. Какая удобная позиция. Простая. Кровная месть. Ее еще никто не отменял. Кто поверит, что ты защищаешь свои люди? Не мы начали эту войну. Не важно, кто ее начал. Не важно, закончить. Меня волнуют эти училки в зале. Их надо наказать. Мы здесь на справедливой войне! Зло.